Viewer discretion is advised. Мне кажется, что я в очередной раз разгадал секрет популярности на Ютубе. В этот раз это произошло так. У меня есть знакомый, у которого есть ребенок, сын, маленький сынишка, можно сказать, сколько там ему, 5 лет, что ли, или 4 года. Не помню, но, в общем, очень мелкий пиздюк, который уже вовсю смотрит YouTube и сидит за компьютером. Да, я тоже не поверил, что они теперь так рано начинают. Но я, когда разговаривал со своим знакомым, я узнал об этом и решил грешным делом спросить, типа, а кого он смотрит-то на YouTube, там, типа, Ивангая или, может... Ну, понимаете, я же уже проебал поколение 13-12-летних школьников, поэтому, может быть, я перехвачу следующее поколение, подумал я, ну, чтобы снова стать популярным. И знакомый мне ответил, нет, конечно же, он, типа, слишком молодой, не смотрит он никаких Ивангаев, он смотрит «Город машинок». «Город машинок». А я такой, типа, «Город машинок»? Вообще ни хрена не слышал про такое. Это что такое? Он такой, канал на Ютубе «Город машинок». Я такой, да? Серьезно? Ну, решил посмотреть, и там чувак играет в машинки. Пиздец. Там чувак играет в машинки. Я сейчас не... Ну, не только чувак, там тёлка иногда, да, там, ну, играют в машинки. 33 миллиона просмотров, там, 40 миллионов просмотров. Играют в машинки. Пиздец, ну ездят ими. Не как-то, типа, ну, чтобы вы поняли, это не высококачественная анимация, типа, они, ну, двигают их по кадрам, снимают, монтируют. Нет, они прям руками играют, вот, ну, как дети, блядь, играют, как и должны играть дети. Двигают машинками, заезжают на ёбаные парковки, решают какие-то дорожные и недорожные проблемы. Просто играют в, блядь, машинки. Неужели мы настолько отупели? Неужели человечество... Ладно, можно простить эти летсплеи, да? Игра, она может быть для кого-то слишком сложная. Или там хоррор может быть для кого-то слишком страшным. Блядь, в машинки-то поиграй. Поиграй сам, ты чё делаешь? Ты сидишь и, блядь, когда я прожигал свое зрение за компьютером, я хотя бы играл, блядь, в что-то интересное. Я проходил классику, блядь, компьютерных игр, на которые сейчас люди дрочат. Поиграй сам в ёбаные машинки, что с тобой не так? Что с вами, блядь, не так, дети? Вы вместо секса будете порнуху смотреть в Oculus Rift, вы вместо, блядь, машинки... Они смотрят 33 миллиона просмотров, сука, пиздец, 33 миллиона детей не могут поиграть в ёбаные машинки. Смотрят, как это делают взрослые, блядь, люди, которые зарабатывают на этом огромные деньги. Взрослые люди, которые играют за детей в машинки на канале «Город машинок», блядь, у которого просмотров больше, чем у меня. Город, блядь, машинок! Но знаете что? У всей этой истории есть очень хороший конец. Весь этот канал вместе с шоу «Город машинок» купила компания каких-то игрушек. И теперь там регулярно выпускаются только ролики, ну, с продакт-плейсментом, с рекламой, собственно, этой компании. И они набирают 4000 просмотров! Да, сука! Вот тебе урок, ёбаный ребенок! Все в твоей жизни скатится и испортится! Все! Даже ёбаный город машинок превратится в сраную машину по выкачиванию денег, в которой нет ни капли души! Добро пожаловать в жизнь!